Ну что ж, коллеги, добрый день. Потихоньку начинаем наш вебинар, переходим, да, к теме нашего вебинара. Сегодня будем говорить о Египте. Вижу, что участников уже много онлайн. Спасибо, что уже начали задавать вопросы, пишите в чат. Буквально минуточку, да, озвучу новости компании OneTouch & Travel и, конечно же, ответим на все ваши вопросы. К нам сейчас присоединится Ирина. Ирина будет вести вебинар, да, и Ирина, конечно же, тоже ответит на вопросы по программам, по круизам и так далее. Сейчас, извиняюсь, сейчас телефон. Ну что ж, коллеги, на что бы хотела обратить внимание, это, конечно же, на главную новость, которая у нас появилась на нашем сайте, она уже опубликована, это акция «Раннее бронирование» на сезон 2024. Туры можно забронировать по данной акции, начиная с 23 октября по 31 января 2024 года. Туры, то есть даты заезда, должны быть с 1 апреля по 31 октября 2024 года. Комиссия 10%, включая комиссию с регулярных рейсов с авиабилетов. Поэтому смотрите, для тех, кто планирует свой отдых заранее, самые выгодные условия – обращайтесь, читайте, присылайте ваши заявочки. Так, раз мы коснулись темы авиабилетов, я видела вопрос уже от Валентины, можно ли приобрести круиз с перелетом или только без перелета? А Валентина, да, конечно, круиз можно приобрести с перелетом. В нашей системе, когда заходите в онлайн-бронирование, перелеты стоят на регулярных рейсах. Вы можете выбрать те рейсы, которые предлагаем мы. Вы можете отдельно забронировать рейсы в нашей системе онлайн-бронирования. И также вы можете самостоятельно подобрать рейсы, которые нужны вам, либо с помощью нашего отдела бронирования. Так, секунду. Ваня, хочешь сейчас секундочку, я тебе... Ваня, можешь, все права есть. с нами сегодня Иван, мы с Иваном уже все знакомы, директор по продажам компании OneTouch & Travel. Ирина, если онлайн, пожалуйста, тоже включайте камеру, чтобы мы тоже могли вас видеть. Так, Ваня, передаю тебе слово. Сейчас Ирина у меня тут на связи, она подключается. Да, отлично. Пока мы ждем Ирину, я тогда скажу, собственно говоря, несколько слов о круизных программах по Нилу. Вот, на данный момент то, что у нас представлено на сайте, их 4. Давайте я сейчас попробую расширить экран и показать, как это бронируется непосредственно на нашем сайте. Так, сейчас... Посмотрим. Вот, отлично. Мы сейчас на главной странице нашего сайта. Для того, чтобы посмотреть цены и перейти непосредственно в бронирование круизных программ по Нилу, да, в Египет, нужно выбрать на главной странице нашего сайта вкладку «Туры и отели Нью». Мы переходим в поиск туров. Дальше необходимо выбрать страну Египет. Сейчас загрузится. Я надеюсь, что мой экран всем видно. Да, все видно, Вань, все отлично. Да, отлично, да, спасибо. Вот мы выбрали Египет. В типе программы мы выбрали речные круизы. Да, обращаю ваше внимание, что сейчас я работаю во вкладке «Туры». То есть те туры и цены, которые будут выдаваться, они будут уже выдаваться с включенным авиаперелетом, на ГДС. Вот, то есть, соответственно, тариф из системы, ну, поставим Каир Хургада, пусть нам все 4 программы покажутся, выберем даты. Заезды у нас, я напомню, мы сделали специально по субботам и воскресеньям, чтобы было проще выбирать, а так, в принципе, программы можно делать каждый день, просто будет меняться распорядок непосредственно самих дней. Но тогда это уже туры без, не без перелета, а туры, именно туры без перелета будут. Сейчас сделаем отбор. И у нас вот они появились, программы, которые можно с 5 там, по, с 4 ноября по 11 ноября. Нефертити, Жасмин, Хатшепсут, Великий Рамзес, Хатшепсут и Рамзес.
Дальше, соответственно, проваливается непосредственно в саму программу. Давайте сейчас мы без регистрации провалимся, чтобы посмотреть цены. Вот мы провалились, видим, что здесь у нас вот она вся программа, которую мы можем посмотреть с описанием, да, полностью. Выбрать авиаперелет, который нам необходим. Например, да? Внести данные непосредственно туристов. Нажать на кнопку «Пересчитать», соответственно, пересчет будет исходя из того авиатарифа, который выбран. Вот. Если необходимо какие-то дополнительные услуги довнести, то это можно сделать посредством наших специалистов в отделе бронирования. Коллеги всегда подскажут, расскажут, и, естественно, все, что необходимо, добронировать и забронировать. Если у вас даты не совпадают с теми, которые у нас представлены на сайте, всегда можно перейти в туры без перелета. Вот. И здесь каким образом можно находить туры? Египет у нас уже выбран, страна, тип программ уже выбран, личные круизы. Но в гостиницах, то есть ну, непосредственно в названии программы, пока не представлено. Чтобы найти эти программы, достаточно добавить слово «круиз» по-русски. И вот они у нас, 4 программы представлены. И, внимание, появился еще 5-й. Новогодний круиз на Дахаби Джаз Фарос. А сейчас эта программа в расчете будет посчитана буквально сегодня, там максимум завтра. Вот, очень интересная программа, Ирина нам обязательно о ней расскажет и ее внимательно представит. Мы ее продаем, соответственно, по каютам, вот, да, это не дешевая программа, потому что это лодка Дахабия, это VIP-уровень, там, опять же, в программе такой light все включено, вот, то есть такие напитки, как чай, кофе, они включены и можно ими воспользоваться, пока ты находишься на корабле в любое время там, дня и ночи. Вот, ну и также еще, естественно, так как это новогодний круиз, то и включен новогодний ужин, бутылка шампанского и тому подобное. Подробнее об этом нам сегодня Ирина расскажет. Ну и, собственно говоря, дальше вот таким же образом, как мы выбрали в турах с перелетом, выбираем любую программу, которая нам необходима, и считаем по стоимости, сколько это есть. Вот, касательно вопроса, сейчас я переключусь, да, вот, завершить пока с экрана. Касательно вопроса, то, что касается, отличаются ли цены, короткие программы на 3-4 из Люксора, да, это все можно забронировать, единственное, что это нельзя забронировать вот прям так в онлайне, но это можно все сделать вообще без каких-либо вопросов, достаточно прислать запрос на booking@onetouch.travel, и мы предложим стоимость непосредственно программы на там 3-4 дня из Люксора. Это все возможно и выполнимо. Вот. Отличаются ли цены на экскурсии при бронировании в Москве и при бронировании на месте? Да, они отличаются, потому что при бронировании в Москве они будут несколько, чуть-чуть дороже. Вот. Опять же, как это реализовывать непосредственно с вашей комиссией или там выдавать цены нет, это ваше личное дело, и вы сами решаете. То есть мы можем вам предоставить цены как бруто с комиссией, так и цены нет. Здесь тоже, в общем-то, никаких особо сложностей нет. Надежда, к нам Ирина присоединяется, правильно, да? Да, сейчас у нас, секундочку, меняет локацию, у нее там в родной локации. Хорошо, тогда мы сейчас поговорим непосредственно о Египте, что же себя представляет, ну, так называемые круизные программы. Да, это, безусловно, в первую очередь экскурсионный тур, и здесь есть такие два нюанса, да, можно прилететь в Каир и дальше лететь, например, в Асуан, или Люксор, либо можно прилететь в Хургаду, и дальше есть вариант непосредственно с трансфером до Люксора. Это уже нужно ну, самим выбирать, что непосредственно туристам надо, потому что есть программы, которые, например, такие как Великий Рамзес, они не просто на 7 ночей, они еще и рассчитаны на то, что туристы будут проживать, где-то отдыхать, а можно в процессе отдыха, пока туристы отдыхают непосредственно в Египте, просто им подобрать, выбрать 3-4 дня,
и даже там 4-5, чтобы непосредственно они совершили свое путешествие, в зависимости от того, откуда они хотят, из Асуана или из Люксора, и дальше потом еще отдохнули. Потому что вот этот период круизный, он очень насыщенный. Да? Нужно вставать в зависимости от программы. Если, например, выбирать Абу-Симбол, то это нужно вставать в 3 часа утра, садиться на автобус и ехать в Абу-Симбол. Тоже, да, важно. Так, в принципе, подъем там в 6, 7, 8 часов утра, в зависимости, опять же, от дня, да, и время прибытия корабля в место назначения. Утром экскурсионная программа, да, потом обед, вечером тоже экскурсионная программа. То есть это постоянное такое очень насыщенное эмоциями, впечатлениями и постоянное чувство, что ты куда-то движешься. То есть это не просто отдых, как таковой, ну, там, тюлени, если можно его так назвать, да, вот, когда ты приехал в отеле и просто вот лежишь на лежаке, и потом, Ирина, мы рады тебя видеть. Ой, добрый день всем, вот, да, я прошу прощения за задержку, программы. У нас здесь в Московской области связь, к сожалению, не очень хорошая. Ирина, спасибо. Хорошо, да, я сейчас тогда договорю и передам тебе слово. Спасибо. Вот. Это не просто отдых такой вот, да, когда ты лежишь где-то на пляже, к тебе подходит гид и спрашивает, а вот куда бы вы хотели, и ты еще там выбираешь, поехать или не поехать. Здесь, получается, каждый день у тебя новая локация, у тебя новые экскурсионные объекты, у тебя новая история. Причем не просто история, а это история, ну, естественно, овеянная мифами и легендами, вот, но, тем не менее, это реальная история, тысячелетняя история, да, там несколько тысяч, собственно говоря, лет, как тем памятникам, которые будут посещать непосредственно туристы во время этого круиза, так и тем местам, да, для посещения. И всегда это, ну, это новое, да, потому что, во-первых, ну, гиды, их очень много, и они все разные, каждый рассказывает о своем, то, что ему нравится, и ты постоянно получаешь какие-то новые ощущения. Плюс это еще и поездка на корабле. Вот. А это тоже нельзя ни с чем сравнить, потому что это и не такси, это и не автобус, это и, ну, не самолет, где тебя быстро перемещают там из одной точки в другую. Ты здесь постепенно, размеренно можешь наслаждаться вот этим вот плеском волн, опять же, чашечку кофе или там чашечка чая, у кого-то, возможно, что-то покрепче, и есть время на то, чтобы, ну, так скажем, остановиться и подумать. Такие моменты, они очень ценны и во время путешествия очень важны для очень многих людей, как мне представляется. На круизе присутствует русскоговорящий гид, персонал экскурсии. Да, везде присутствует. Мало того, что гид русскоговорящий, и он всегда сопровождает по ходу непосредственно всего маршрута, так еще и некоторый персонал на лодке, да, они тоже разговаривают. Не везде, но разговаривают. Но как минимум гид русскоговорящий, он всегда будет присутствовать, и все экскурсии будут происходить на русском языке. Вот, но здесь я уже отбираю, так сказать, хлеб у Ирины, и думаю, что мне пора уже передать слово ей. Вот, она нам сегодня подробно очень расскажет непосредственно о тех лодках, на которых совершается данное путешествие, а это именно путешествие, да, а не там какой-то такой вот обычный турпакет, и о том маршруте, который туристам доступен во время путешествия по Нилу. Ирина, я передаю тебе слово. Да, всем еще раз добрый день. Очень приятно, что сегодня я посмотрела, такое количество большой людей собралось. Это приятно, значит, продукт востребован. Но меня уже Иван представил. Меня зовут Ирина Хаматуллина. Я являюсь руководителем на российском рынке компании Yala International, принимающей компания, которая работает вот уже с компанией OneTouch. Сколько, Вань, мы, наверное, полтора года, да, уже вместе, да, с вами работаем над этим продуктом. Пытаемся развивать это направление. И я считаю, что, ну, не буду лукавить, но могу сказать, что благодаря, наверное, все-таки нашему совместному сотрудничеству этот продукт стал более известный на рынке, хотя он существует очень давно. Я сегодня буду, наверное, все-таки, Вань, говорить немножко, ну, скажем так, уже как со второй ступени, потому что я думаю, что за полтора года многие агентства, которые даже с нами сейчас, они уже знают об этом продукте. Вот, поэтому сегодня мне хочется рассказать о каких-то более таких тонких деталях, о новом направлении, таком как Дахаби, да, которую мы выложили
на вашем сайте уже есть на Новый год? Пока появилось название самой программы, сейчас происходит ее наполнение, и я думаю, что либо сегодня вечером, либо завтра утром все появится уже с ценами. Ну, прекрасно. Вот, значит, тогда давайте, наверное, начнем, может быть, все-таки, мне вот как, самой ролики включать, или мне будет Надежда помогать? Как, я все-таки хотела бы ребятам сначала показать видеоролик, который у нас там... Как удобно вам, Ирина. Да, а вы мне можете показать, что мы, ну, вот выложили, чтобы я могла сказать? Да, секунду. Нет. Он за один из самых первых я отправляла после презентации. Вот этот, да. Давайте, наверное, сначала его запустим. Он буквально там на полминутки. Grandpa, I'm drifting along the Nile as I write you this letter. And I've now come to realize why you always tell me these stories when I was little. Так, и давайте, наверное, вот есть еще один, по-моему, следующий он как раз-таки. Это было снято, между прочим, во время рекламного тура с компанией Vantage. Есть такой прекрасный агент, который умеет такие видеорилсы делать. Но это совсем краткий буквально, да, давайте. Это как раз происходит, я хотела его, может быть, показать в дальнейшем с кораблем, но чтобы уже потом нам не отвлекаться, то забудем. Давайте включим его сейчас, он там тоже 30 секунд, по-моему, даже меньше. Этот, верно, да? Верно, да, этот. Угу. Не загрузился до конца он, что ли? Нет, значит, все это, да? Я хотела, чтобы именно было живое видео корабля, плывущего, да, по Нилу, потому что многие называют эти корабли лайнеры. Это не лайнер, это, как правило, 4-5-палубный корабль, вот, который мы сейчас видим. И дальше я постараюсь более подробно рассказать. Давайте тогда начнем сейчас с презентации. Так, я могу перелистывать сама, правильно, Натя? Да, конечно, стрелочки в правом нижнем углу. Угу. Да, ну вот я все-таки хочу начать, наверное, еще с того, почему мы называем Египет новая страна. Многие из вас и ваших туристов были в Египте неоднократно и воспринимают именно Египет как курортное направление, да, то есть мы выбрали этот продукт круиза по Нилу, классические туры, да, с круизом по Нилу, именно потому, что люди начинают видеть эту страну совершенно с другой стороны. То есть это не, совершенно не тот Египет, который вы знаете и ваши туристы знают. Поэтому, когда вы продаете и предлагаете посетить круизы по Нилу или классические туры с круизом по Нилу, вы им предлагаете совершенно новый продукт. Они даже не ожидают получить вот то, что они получат в конце. Как мой партнер Мистер Хаб часто говорит о том, что люди, которые приезжают в этот круиз, они приезжают одними людьми, а уезжают оттуда совершенно другими, обновленными людьми. Это связано именно с тем, что это вот как волна. Иван сегодня рассказывал о том, что это...
и Каир, это и круиз, это и перелеты. Это ощущение такое, что за неделю, проходит всего неделя, но ощущение такое, что человек побывал как будто бы месяц. То есть у тебя настолько идет частая смена картинки, допустим, морские круизы. Я думаю, что если вы сегодня пришли на этот вебинар для того, чтобы послушать о речных круизах, наверное, вы имеете представление о круизах вообще. Поэтому могу сравнить, что если мы говорим о морских круизах, то морские круизы, которые с экскурсиями, они также длятся несколько дней, но расстояние между городами, как правило, это не несколько часов, это несколько дней тоже может быть. И у людей как бы во время сейлинга отдых типичный пляжному отдыху. Здесь, к сожалению или к счастью, нет такой возможности, да, у них есть время отдохнуть, у них есть время наблюдать за сейлингом, но расстояние между городами настолько небольшое, что у людей картинка меняется очень часто. Это настолько насыщает внутренний, да, что вот в конце я говорю, ощущение такое, что ты был как будто бы месяц. Итак, значит, давайте хочу перейти к следующему слайду. Ну, вообще, вот мы здесь на фотографиях видим с вами три типа кораблей. Продаем мы из них вот верхняя правая картинка и нижняя левая картинка, да. На нижней левой картинке это круизный речной корабль, о котором я сейчас уже говорила. Как правило, это количество кают от 20 и до, может быть, 80 кают. Размещение, как правило, двухместное, также, возможно, трехместное и пододноместное размещение. Каюты размещают в себе максимально 3 человека, то есть это может быть либо 3 взрослых, либо 2 взрослых с ребенком. Также есть на кораблях сьюты, об этом я чуть позже тоже расскажу. Соответственно, максимальное размещение в каюте, даже в сьюте, всего 3 человека. Что касается дахаби. Дахаби – это плоскодонное такое полуторамачтовое парусное судно, которое еще использовалось, начиная с 1820 года. Чтобы вы понимали, ну, я думаю, здесь есть агентства, которые уже знают об этом продукте, да, о Дахабе и вообще, в принципе, о речных круизах по Нилу. Могу сказать, что англичане плавают с 1820 года. Далее Томас Кук приобрел целый флот, это было где-то в 1928 году, и по сегодняшний день, в принципе, все корабли Дахаби – это с того времени, естественно, это все обновляется каждый год, нет возможности построить новый корабль на реке, да, то есть есть корабли, которые выглядят потрясающе, потому что в них вложились, их обновили, создали, так сказать, новый продукт, но основная база все равно всех кораблей, это еще идет с тех времен. Но, учитывая, что река Нил, она не глубоководная, поэтому все корабли имеют плоское дно. Очень часто задают вопрос, а как же вот укачивает, меня укачивает на корабле. На этих кораблях не укачивает, на Дахабе их тоже не укачивает. У лодки плоское дно, она идет ровно по поверхности, поэтому никакой качки нет. Что касается Дахаби, еще хочу обратить внимание, за счет того, что в Ниле очень высокое течение в реке, как правило, всегда есть сопутствующий такой небольшой катер, который имеет дополнительный мотор для того, чтобы можно было выравнивать Дахаби по движению. Что касается Дахаби, хочу сразу заострить ваше внимание на том, что это VIP-продукт, что это продукт более высокого класса и уровня, потому что там размещение количество от 12 человек, то есть это 6 кают, и максимальное количество кают это 10, как правило, на Дахабе, то есть это максимально может разместиться всего 20 человек. Итак, значит, какие существуют Дахаби? Мы работаем, вам, наверное, известно уже, что являемся представителями компании JAS, и на сегодняшний день у нас в распоряжении порядка 30 кораблей. Надо учесть, что это составляет где-то порядка 50% кораблей на всей реке Нил. То есть на сегодняшний день я считаю, что мы обладаем очень хорошим продуктом и даем вам возможность продавать именно хороший продукт, хороший корабль, хорошие дахаби, то есть достойного уровня и не беспокоиться о том, что ваши туристы заселились на недостойный какой-то корабль, да, как мы называем его, категория Г. Об этом тоже чуть позже будет, когда буду рассказывать уже про корабли. Итак, Якута и Мулюк, они полностью реновировались в 2021 году. Это Дахаби очень высокого уровня. Сейчас я вам покажу тоже видео.
И также есть да, хабби среднего уровня с прекрасным сервисом, такая, например, как Firehose Neil и Secret Lotus. Вот в начале презентации я Ивану задала вопрос, поставили ли этот продукт на сайт. Значит, вот это Dahabi Firehose Neil. На ней мы ее приобрели, скажем так, у нас есть две Dahabi, Firehose Neil 1 и Firehose Neil 2. Они абсолютно идентичны в классическом стиле. Надь, а можно я вас попрошу включить? У меня там есть слайд из трех страниц. Вы со мной, Надь? Да, я здесь. Да, вот можно подключить слайд? Это, нет, это мы позже включим. Я поняла, секундочку. Сейчас. Вот это, да. А его нельзя расширить чуть-чуть? Нет, он вертикального формата. Вот так вот вам приблизить. Приблизить можно, да, чтобы нашим гостям вебинара было видно. Итак, вот, значит, обратите внимание, это Dahabi, которые называются Firehose Neil. Они реновировались полностью вот сейчас, в этом месяце. Поэтому ниже там сейчас фотографии будут, они не совсем обновленные. Но что такое реновация на Dahabi? Естественно, корпус и сама, скажем так, площадка, да, она остается, ну, основа, кастет так называемый, остается тем же. Меняются полностью матрасы, подушки, постельное белье, занавески, шторы, тюли, скатерти, обивка вся на креслах, картины, посуда, то есть обновление, ну, то есть реновация, да, что это, что касается санузлов, то есть сантехника вся, все это поменено. Просто чтобы было представление, так как она в английском стиле, сейчас я попробую ее следующую страничку перевернуть и приблизить. Так. Она у меня очень быстро увеличивается. Ну, хорошо, так попробую. Значит, здесь вот представлены на левой верхней фотографии, это вот здесь, это у нас холл, да, так называемый лаунж. Справа это верхняя, это каюта. Там всего 6 кают, размещение максимально 12 человек. Вот здесь на плане мы с вами видим, да, что нижняя палуба – это палуба для обслуживающего персонала. Надо учесть, что при количестве 12 человек, размещенных на этой Dahabi, обслуживает ее 24 человека, из которых на корабле постоянно наверху мы видим максимум 4 человека, остальных мы не видим. То есть об этом это говорит о том, что сервис очень высокого уровня, да, то есть на каждого человека два персональных обслуживающих человека. Что касается кают, полностью они оснащены кондиционером, телевидением, санузел со всеми ваннами, душевыми принадлежностями, фен, мини-бар, что у нас еще, сейфы есть. На территории самой Dahabi, естественно, основной ресторан, лаунж-зона, где они могут посидеть. Есть территория закрытая, есть территория открытая. Верхняя палуба – это полностью сандек, где люди могут отдыхать, загорать. Там же есть бар, где они могут посидеть в свободное время, отдохнуть, что-то выпить. Вот на новогодние даты с 30 декабря на 6 дней и 5 ночей, то есть это получается по 4 января. Сейчас будет выставлено вот у OneTouch'а в продажу. Можно покупать как каюту, так и полностью Dahabi забрать. Допустим, это могут поехать две семьи или, может быть, поехать одна большая семья. В стоимость уже включены экскурсионные программы полностью за весь период. И надо учесть, что так как это VIP-уровень, то экскурсионная программа полностью индивидуально подстраивается под них, то есть по времени, чтобы им было удобно. Но, как правило, все равно мы стараемся делать все экскурсии с утра, когда температура воздуха еще не такая жаркая. Что касается питания, система питания на
Дахаби, как правило, всегда это soft all inclusive. Что такое soft all inclusive на кораблях? Это питание, завтрак, обед, ну, какой-то кофе, чай, пати в 5 часов и ужин. И все напитки, включая завтрак, обед, ужин, вода, безалкогольные напитки, вода, кофе, чай, соки, кола, ну, там какие-то, кто любит какие напитки, да, соответственно, кофе, кола, спрайт, это все включено. Также на новогодний период, в новогоднюю ночь будет проходить гала-ужин, который тоже уже включен в стоимость, его не нужно оплачивать. И в новогоднюю ночь мы от своей компании приняли решение сделать в каждую каюту по бутылке шампанского и корзину фруктов в каюту тоже, чтобы наши гости чувствовали себя именно вот как в праздничном настроении. По-моему, ничего не забыла. Русскоговорящий гид, безусловно. Если это вдруг, я знаю, что бывают агентства, которые работают с разными MICE-компаниями, это могут быть и иностранцы. Если вдруг у вас есть запрос на иностранного гида другого языка, это всегда мы тоже можем предоставить, потому что мы работаем не только с российским рынком. Итак, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите сразу, чтобы потом мы могли проверить, посмотреть, пока вы не забыли, потому что я знаю, что в процессе у меня на 24, по-моему, слайда презентация, и там будет еще много вопросов разных. Так, и ну, здесь программа, я не буду ее вам сейчас зачитывать, потому что здесь вот она прописана 8-дневная, так как у нас 6 дней, 5 ночей, соответственно, это будет немножко программа с... А вот здесь она есть на последней странице, да, из Луксора до Асуана, 6 дней, 5 ночей. Посещение абсолютно одинаковое, как во всех круизах на кораблях, те же достопримечательности, только дополнительно мы еще здесь делаем Луксорский храм, который входит уже в стоимость. Но, естественно, есть опциональные экскурсии. Могу сказать, что в заключение, что гости оттуда возвращаются безумно довольные, счастливые, они чувствуют себя, ну вот именно... как элитой, да, что все для них, что корабль полностью под них. Я думаю, многие из вас смотрели фильм «Круиз. Убийство на Ниле», где также была небольшая Дахаби, да, по-моему, там тоже их порядка 12 или 14 человек размещалось, и вот обслуживали только их, где они посещали все те же самые достопримечательности Египта. И... В конце я Ивана не поставила в известность, но хочу вам сказать, что в конце у нас будет небольшой розыгрыш, я буду задавать вопросы, поэтому хотелось бы, чтобы вы некоторые нюансы запоминали. И еще такой момент, важно понимать, что вообще вот в этот промежуток от Луксора до Асуана или от Асуана до Луксора маршрут включает в себя достопримечательности, которые составляют 40% достопримечательностей всего мира. То есть не Египта. Многие думают о том, что ой, ну мы там съездили, посмотрели какие-то достопримечательности. Ничего подобного. Это не какие-то достопримечательности, а именно 40% достопримечательностей всего мира. Итак, Надь, давайте тогда включим... еще раз видео с Дахаби, которое предыдущий файл вы включали. Да, я хочу, чтобы ребята посмотрели, что это такое, как это выглядит.
заниматься. На Дахабе, безусловно, будет русскоговорящий гид. Я озвучила уже это. Если есть от вас желающие разместить иностранцев, под них может быть иностранный гид. Что касается вопроса, если туристы забронируют только одну каюту. Конечно, если у нас не будут проданы остальные каюты, то будет предложен вариант размещения на корабле, а не на Дахабе, и, соответственно, с перерасчетом на корабле высокого уровня. Нет, мы не селим иностранцев вместе с русскими на Дахабе. То есть это только под русский рынок именно две Дахаби, которые мы взяли. Так, а это видео какой именно Дахаби? Это Дахаби как раз-таки Якута и Мулюк, которые мы сейчас показали. Они две идентичные, как две сестренки. Очень красивые, немножко отличаются в цветовой гамме, но в целом можете быть абсолютно уверены, что и на той, и на другой все идентично, одинаково. Что касается видео, вы нам можете прислать, чтобы отправить с клиентов. Не мы, а компания Vantage Travel. Вы всегда можете у них запросить все материалы, которые вас интересуют. Если у них чего-то нет, то они попросят, и мы предоставим. Можно ли свой алкоголь брать на борт? Да, алкоголь можно брать на борт, это не как морские круизы. Я знаю, что на корабли морские круизы проверяют и отнимают, и наши русские даже переливают в пластиковые бутылки для того, чтобы у них не забрали алкоголь. На корабли в Египте можно брать с собой алкоголь, и даже, наверное, нужно, но что касается распивания на палубах, если на Дахабе, как это VIP-уровень, конечно, они могут распивать алкогольные напитки. Что касается кораблей, то на корабле есть пробковый сбор. То есть если у вас гость пришел в ресторан или на открытой палубе в бар принес с собой свой алкоголь, то к нему могут подойти и попросить оплатить пробковый сбор, что составляет примерно порядка 500 фунтов. Это на сегодняшний день, ну, к счастью, рубль вырос по отношению к египетскому фунту. Сейчас всего 2,2, по-моему, ну, 2,5 рубля, скажем так. То есть 500 умножаем на 2,5, это получается у нас 1500 рублей. Правильно я считаю? Да. 1500 рублей будет стоимость пробкового сбора, и он может, соответственно, пить свой алкоголь. А что касается стоимости алкоголя на корабле, то, в принципе, бутылка хорошего вина, и в Египте есть хорошее вино, не крепкие напитки, я сейчас говорю именно о винах и о пиве, хорошего качества, и по стоимости бутылка вина от 600 фунтов. Поэтому, не знаю, если кто-то не пьет крепкие алкогольные напитки, а именно их может устроить вино, то, в принципе, они всегда могут это приобрести на корабле и не оплачивать никакой пробковый сбор. Так, что касается следующих, значит, моментов. Инфраструктура, ну, как я уже, прошу прощения, озвучила, на ресепшене, который работает 24 часа, всегда гости могут обратиться. Открытые и закрытые обеденные залы, главный ресторан, лаунж-бар, бар на солнечной палубе, джакузи на палубе. Но я обращаю внимание, что на Дахабе Файрус там нет джакузи на палубе. Бесплатный беспроводной Wi-Fi на территории. Могу также хочу сказать, что многие жалуются на интернет на корабле. Неважно, корабль, Дахабе. Есть на реке такие моменты, да, где не работает действительно Wi-Fi. То есть даже не то, что Wi-Fi, а сам сигнал интернета очень слабый. И многие начинают жаловаться. Вот нет никакого там Wi-Fi. Вопрос не в Wi-Fi, вопрос в том, что на реке сбивается сигнал на воде. Поэтому особенно это происходит в районе Камомба. Просто несколько раз мы уже ходили сами в этих маршрутах, да, и знаем, что вот в период я даже гостей всегда стараюсь предупредить, и гиды наши предупреждают о том, что, ребята, если какая-то вдруг срочная работа, какой-то файл там или еще что-то нужно отправить или принять, или почту, то сделать лучше это там накануне, потому что завтра интернет будет очень слабый. Ну, через день он уже опять работает. Итак, значит, по поводу кают. Площадь каюты от 20 до 60 квадратных метров на Дахабе, полностью кондиционированное индивидуальное управление, телевидение, туалет, душевая кабина в каждой каюте, принадлежности для ванной, фен, сейф в номере, мини-бар, ежедневная уборка в каюте. По бронированию.
Конечно, как правило, Дахаби, если мы говорим о Дахаби Хикута и Мулюк, которые более высокого уровня, есть еще несколько тоже, с которыми мы работаем, но они не принадлежат компании Джаз, а другие, но под запрос мы также их делаем. Дахаби бронируется полностью, целиком, как чартер. Количество ночей всегда во всех маршрутах Дахаби – это 6 дней и 5 ночей. Но есть, например, гости, которые вот у нас, например, Федор Бондарчук со своей семьей на Новый год приезжал, они бронировали на 8 дней 7 ночей, именно новогодние даты, и у них был маршрут полностью из Луксора в Асуан и обратно в Луксор. Значит, как правило, 6 дней и 5 ночей маршрут плывет в одну сторону – из Луксора в Асуан или из Асуана в Луксор, в зависимости от того, где он, где она закончила свой предыдущий маршрут. Питание по системе full board, но здесь я почему написала full board, потому что есть также Дахаби, которые предоставляют питание full board, до soft all inclusive они делают апгрейд по вопросу, по запросу, и также, соответственно, можно сделать систему all inclusive. Так, что касается мероприятий, да, очень важный вот этот момент, те, кто у вас занимается MICE или корпоративным туризмом, да, очень удобный этот продукт для того, чтобы провести именно мероприятие для людей, неважно какая это компания, неважно сколько их будет человек, то есть мы можем разместить от 10, как вы уже поняли, да, и это не обязательно на Дахабе, они также могут разместиться и на корабле, и до 150 человек. Мы каждый год проводим мероприятия для корпоративных тоже компаний, у которых свои более завышенные какие-то требования, и их вполне устраивает корабль, потому что все люди находятся вместе. Они уходят на завтрак или на обед, или на экскурсию, или они загорают, отдыхают. Они всегда, опять же, рядом. Да? То есть они с корабля никуда не могут уйти. Более того, лаунж-бар, закрытая территория, сейчас я тоже ее вам буду предпоказывать на фотографиях, она может быть подстроена под них так, как они хотят. Любая рассадка, да, театральная, там, буквы П, амфитеатр, то есть все это возможно сделать. Также мы предоставляем, если это нужно, или, ну, проектор, безусловно, экран, безусловно, подсвечивающий специальный свет, микрофоны, это все предоставляем. Кто-то запрашивает большие экраны, соответственно, тоже под их размер, под их желание. Ну, опять же, надо учитывать, да, высоту палубы, что это не очень высокая, то есть это не 5-метровая высота потолка, да, соответственно, в рамках определенных размеров всегда можно поставить специальные экраны. Какая-то анимация дополнительная. На корабле всегда в момент поездки есть два мероприятия. Это коктейльная вечеринка с капитаном и обязательно голубей пати. Если хотят гости ваши еще какие-то дополнительные мероприятия под своих гостей сделать, да, под корпоратив, это тоже всегда можно организовать. Какие-то дополнительные экскурсии и так далее. Поэтому вот хочу обратить ваше внимание на то, что вы можете, в принципе, хорошо всегда заработать, продать именно корабль или Дахаби. И здесь не обязательно делать высокую стоимость на проживание, потому что вы свой чек увеличите за счет дополнительных услуг. Это самое, мне кажется, удобное для вас будет, удобный заработок, скажем так. Так, круизные корабли на Ниле. Ну, мы сами решили, скажем так, разграничить корабли на категории, да, то есть категория A, B, C. Что такое категория A? Ну, это, скажем, как уровень Дахаби, да, уровень лакшери корабля. Мы работаем на сегодняшний день, у нас есть два корабля, с которыми постоянно, это Viceroy Regent, и плюс к нему также многие запрашивают Мувинпик, Оберой, Оберой Захра, Оберой Фили. Вы можете всегда запросить у Вантач, потому что мы также им предоставим возможности и хорошую стоимость. Можете быть уверены, что мы всегда стараемся держать именно цена доступная, да, и высокое качество. Также все корабли, как я уже до этого говорила, имеют плоское дно, что дает им возможность проходить по неглубоководной воде.
На корабле все, вот многие задают вопрос, а балконы есть? Да, практически на всех кораблях есть французские балконы. Категория А – это обязательно во всех каютах французский балкон, и в сьютах это еще плюс, то есть это два окна, плюс дополнительный хороший большой балкон, где стоят два стульчика, столик, где люди могут посидеть, на балкончике отдохнуть. Но, как правило, гости редко сидят, ну, есть только вечернее время, там кто-то хочет выйти покурить, выпить бокальчик вина, понаблюдать именно с балкона, но многие поднимаются на верхнюю палубу и наслаждаются без всякого балкончика. Так, а все, абсолютно все каюты с окнами. У нас нет кают без окон. Значит, категория B и категория C также имеет, сейчас я покажу несколько, так, это вот что касается кораблей Jazz Viceroy и Jazz Regent. Здесь вот фотографии вы можете видеть, да, премиум категория A. И категория B и категория C. Вот под категорию B мы, так скажем, взяли Штайгенбергеры корабли. Это Legacy, Regency, Minerva и Regent. Корабли имеют не такое большое количество, как, например, корабли категории C, кают. Это где-то порядка, если на Viceroy и на вот предыдущих этих двух кораблях, и на Regency 25 палуб, из них 80% это все сьюты, то на категории B, как правило, от 50 до 60 кают, из сьютов там порядка 40%. Что касается категории C, на этих кораблях сьютов не так много, и, в основ, и количество кают от 60 до 90. То есть кают больше, но по размеру каюты все от 20 квадратных метров. Если это сьюты, то это порядка 40 квадратных метров. Это большие, удобные каюты. Сейчас дальше тоже увидим с вами как раз, вот обращу внимание на категорию C, что все программы, которые в OneTouch представлены, они с размещением на кораблях категории C. Если ваши туристы хотят повысить уровень проживания своего по программе или корабля, или отеля, вы всегда можете написать комментарий, что вот мы хотим эту программу, но на других кораблях и с проживанием, например, в отеле Four Seasons Nile Plaza в Каире и с размещением в Хургаде в Риксос Магавиш. Ну, это я к примеру. Так, хотя у нас с этими отелями есть контракты, и мы всегда можем предоставить их доступную стоимость для своего партнера. Ну, по инфраструктуре кораблей идентично абсолютно все то же самое, что на Дахабе, да, но на кораблях, на всех абсолютно кораблях есть бассейны, и на кораблях категории A и B есть также еще дополнительно сауна, тренажерный зал, но также и на кораблях категории C бывает стоят тренажеры на верхней палубе, где гости могут прийти и позаниматься спортом. Ну, настольные игры в лаунжах предоставляют, в принципе, абсолютно на всех кораблях, чтобы гости могли себя вечером чем-то занять, библиотеку, почитать книги. Но, как правило, люди настолько устают в этих маршрутах, что они хотят просто посидеть, отдохнуть, пообщаться и очень рано идут ложиться спать, потому что утром им вставать и продолжать свое путешествие в новом городе. Так, стоимость включена в проживании, да, на борту питание, полный пансион, завтрак, обед, ужин, напитки за завтраком. Обращаю внимание, что напитки, вода и кофе и чай за обедом и ужином за дополнительные деньги. Всегда, на всех кораблях, независимо от категории. Если ваши гости хотят, чтобы у них было все включено, они просто доплачивают. Стоимость, я здесь указала, от $45 на человека за ночь. Это на категории самой низшей, все остальные корабли категории B и A, еще выше будет доплата за All Inclusive. Это вы можете посмотреть в OneTouch. Пользование инфраструктурой корабля, безусловно, не включены международные авиабилеты, любые дополнительные услуги, чаевые. Чаевые обязательные, $40 с человека, они оплачиваются при заселении на корабль гиду. А что касается Дахаби, как правило, это от $100 до $150 в зависимости от Дахаби. Вот новогодний период, надо учесть еще такой момент, я вспоминала, думаю, что я забыла сказать. Это как раз то, что чаевые на Дахаби в новогодний период $150 на человека. Это, ну, независимо, ребенок, это взрослый поедет, да, то есть $150 оплачивается один раз.
при заезде. Ну и, соответственно, в круизе экскурсионные программы по маршруту от Луксора до Асуана или от Асуана до Луксора абсолютно одни и те же идентичные достопримечательности смотрим. Это у нас в Асуане Асуанская плотина, прекраснейший храм Фиели, прогулка на Филюке вокруг острова. Филюка – это такая маленькая лодочка. Вот мы здесь с вами самую первую, может быть, кто-то не видел. Сейчас я попробую еще раз просто покажу. Вот правая нижняя картинка, вот это вот Филюка, да, такая лодочка с крышей. Все они чистенькие, приятно на них проехаться по воде. И я все-таки, наверное, сейчас... Надя, я могу сама, да, включить здесь видео, которое я... Да, конечно, там вкладочки наверху, видишь? Да, вижу, ага. Угу. Так, надо еще только понять, что из них что сейчас. А, вот так я могу посмотреть, да, сейчас. Так. Они, по идее, все загружены в порядке, вот, с которым были присланы. Угу. Наверное. Так, ну давайте вот я сейчас вам включу такое небольшое видео. Кстати, это было как раз тоже сделано во время рекламного тура с Вантач. И делали, я их несколько, ну, сейчас посмотрю, все загрузились или нет. Это поездка вот в Асуане по реке Нил, чтобы вы имели представление, через заповедник гости на Филюке плывут смотреть именно храм Фиели. Ой, смотрите, какие птички там. Так, сейчас я хочу еще вам все-таки показать. А что-то смотреть. А больше нет, да, у нас? Только одна, наверное. Нет, нет, есть. Сейчас они просто не уместились здесь, наверное, все. А так, а как мне тогда посмотреть? А, в материалах наверху. У тебя есть кнопочка материала? Да, отлично. Вот, посмотри, там еще есть. Так, все материалы, видео, да, я нажимаю? Да, там вот твои все крайние должны быть. Так, видео. Он мне пишет, что у вас нет пока загруженных файлов. Хорошо, скажи, что я сейчас включу и покажу. А вот там еще несколько таких же видео, я их 2 или 3 специально предложила, чтобы у людей было понимание, что это абсолютно разная природа. Природа прекраснейшая, она африканская. Это мы сейчас, по-моему, смотрели, нет? Да-да, вот, видишь, она подгружается. Сейчас прям секунду, она коротенькая, быстрая. А может это убрать, которые посмотрели уже, чтобы они не... Это мы только что смотрели. Я убрала его. Ага. Сейчас прям, коллеги, минуточку, она быстро грузится. Ну, вот это можно. Да, включаем, и потом еще одну тогда. Стреснитая. Так, еще там была тоже одна. Угу. Здесь, кстати, очень хорошо видно течение реки. Да? Так, спасибо. Так, мы можем это убирать, да? Угу. Спасибо. Итак, значит, что касается, вот еще здесь я не совсем закончила по экскурсионному маршруту. Асуан, в Асуане как раз вот то, что мы сейчас посмотрели видео, это прогулка на Филюке вокруг острова до храма Фиели. Далее корабль переплывает в Камумба, где смотрим храм Камумба, это храм Хора и музей крокодила. Также Эдфу, храм Эдфу, и в Луксоре, это восточный берег, Карнакский храм, Колоса Мемнона и долина царей, 3 гробницы, за исключением гробницы короля Тутанхамона, и храм царицы Хатшепсут. В принципе, это очень, ну, действительно насыщенная программа, поэтому я ее не рекомендую перегружать, но в Асуане и в Луксоре будут предложены
вложены еще дополнительные экскурсии. Сейчас тоже я об этом расскажу. Итак, по каютам мы с вами уже примерно прошлись. Вот справа вы можете видеть категории кают. Да? Отличаются они практически цветовой гаммой, ну, как насыщение любого отеля. Разный ковролин, разные там, не знаю, плитка в ванной. Абсолютно все идентично. Большие панорамные окна. Телевидение во всех каютах, душевая, как я уже сказала, кабина и ванная комната предоставляется в каждой каюте, фен, сейф, прибор для кофе, чая, как правило, это на категории A и B, мини-бар абсолютно во всех, в том числе и в C, и, ну, ежедневная уборка каюта. Вот корабль Iberotel Crown Imperial, который в самом начале мы с вами смотрели видео, верхнюю палубу вы видели тоже, что там есть и бассейн, и лежаки с зонтиками. Причем обратите внимание, что этот корабль, он идентичный, есть такой же Iberotel Crown Impress. Это, скажем так, два корабля, объединенные между собой. За счет этого он имеет большое количество кают, порядка 88 кают. Вот, значит, верхняя, вот видно здесь, да, вот эта часть, она как раз-таки прикреплена, поэтому верхняя палуба очень большая, которая размещает абсолютно всех гостей по желанию, которые могут приехать и прийти наверх, и позагорать, и искупаться, и посидеть в лаунже. Также важный момент, что вот на этом корабле у нас жесткий блок мест каждый понедельник из Асуана в Луксор. Маршрут составляет 4 дня, 3 ночи. На правой фотографии вы видите ресторан этого корабля. Это категория C, но мы можем с вами видеть то, что это уровень... Никто не скажет, что это категория C. То есть это хорошего уровня корабля, прекрасное обслуживание. Обслуживающий персонал на кораблях, так же, как и на Дахабе, их очень гостеприимный, очень внимательный. Люди начинают себя чувствовать именно гостями, когда они только, их только привозят к кораблю. То есть их, они выгружаются, скажем так, из транспорта, из трансферного со своим багажом. Багаж им не разрешают брать. То есть его этот багаж относят на корабль сами встречающие с корабля. И до момента заселения, когда вам дали ключ, они берут ваш багаж и относят в каюту. То есть и так это происходит во всем абсолютно. Если нужно что-то, какие-то тапочки дополнительно, что-то, халат, мыло, абсолютно любого вы можете на корабле сотруднику сказать, и тут же ваша просьба будет исполнена. То есть это абсолютно на любой категории, можете быть за это спокойны. Многие приезжают, вот, мы постеснялись спросить, ну а, почему, а что здесь стесняться, да, то есть стесняться не нужно, если... Также всегда с ними русскоговорящий гид, который находится все 4 дня и 3 ночи, также на корабле проживает, и в любое время они могут сказать ему о том, что им необходима какая-то помощь, и он, безусловно, примет с огромным удовольствием участие в этом. Так, вопросы. Чаевые? Нет, $40 с человека за период чаевые. Так, есть круизы из Каира до Асуана? Нет, круизов из Каира до Асуана не бывает. Есть из Каира до Абу-Симбола, но это единственный корабль Амар-Хайям, который, как правило, к сожалению, не набирает гостей и снимаются маршруты, поэтому мы пока не развиваем это направление, а продаем то, что пользуется на сегодняшний день колоссальным спросом. Так, как добираться до Луксора и потом из Асуана, к примеру? Любовь, я сейчас вам буду рассказывать на примере одной из программ, как можно добираться. Каюты А, это все сьюты? Нет, 60% это сьют, 40% это стандартные каюты. Курение в каютах и на балконах разрешено, да, но... при закрытых, естественно, окнах, потому что, чтобы дым не попадал вовнутрь каюты, и из-за того, что там, естественно, также дымоловушки есть. И вообще, в принципе, на кораблях принято курить в отведенных местах, везде, в лаунже, в ресторане курить нельзя, можно только на открытой верхней палубе, на террасе, есть специальное для этого, в принципе, везде, да, там стоят пепельницы, люди, которые курящие, они не испытывают никаких проблем на корабле покурить. Даже те, которые имеют французский балкон, они открывают этот балкончик, выходят на него и курят. Так, ну вот здесь я хочу еще показать Iberotel Crown Imperial, наш корабль, который с блоками, да, вот на левой верхней фотографии вы видите счастливых гостей, которые тут решили сфотографироваться на фоне, прислали нам фотографию. Что касается кают.
Есть каюты с раздельными кроватями двухместные, есть с одной большой кроватью. Если есть пожелания, иногда нам агентства пишут о том, что, пожалуйста, предоставьте king size, по возможности мы это предоставляем. Соответственно, нижняя фотография – это лаунж, и правая фотография – это каюта сьют, где вы видите, что дверной проем есть, но двери там нет, надо это понимать. То есть это living room, разделен просто стенкой со спальней. И вы видите также, что в living room есть основной балкон со стульчиками, а в спальне там обычный французский балкон. Итак, особенности продажи вообще круизов по Нилу. Если вы еще не продавали круизы по Нилу, я вам рекомендую начать, не бояться, попробовать. Все агентства, которые начинают, и у них получается, они понимают, что это действительно, когда, скажем так, их гости возвращаются с восторженными отзывами, да, то, ну, мне кажется, любому агенту приятно, когда его труд, за его труд его благодарят. Неважно, хотя бы даже просто добрым словом. Вот, поэтому мы со своей стороны максимально стараемся сделать так, чтобы вашим гостям было комфортно, удобно и приятно. И чтобы они вернулись именно к вам с обратной связью в том плане, что вот мы не пожалели, что заплатили эти небольшие деньги. На сегодняшний день я считаю, что это действительно небольшие деньги для туриста. Ну, учитывая стоимость перелета международного, тут, конечно, спорный вопрос, да, но тем не менее это доступно, это регулярный рейс, который вы всегда можете подобрать варианты под программы, которые есть у компании «Вантаж». Сезон круизов круглый год, независимо от того, кто бы что ни говорил, да, то есть и в летний период у нас гости есть, и в зимний период. Многие считают, что в Египте температура воздуха с сентября, скажем, по май включительно более комфортная, да, чем летом. Ну, безусловно, да, это более комфортно, чем летом, но экскурсии все, я еще раз повторюсь, что начинаются рано утром. Это где-то порядка 7:30-8 часов утра. В это время еще не жарко. Потом гости возвращаются на корабль и находятся на корабле там, где есть либо в сандеке они загорают и плавают в бассейне, либо они находятся в лаунже или в каюте, отдыхают там, где есть кондиционер. Поэтому никаких вопросов нет. Все автобусы и микроавтобусы, минивены у нас оснащены кондиционерами. То есть, опять же, люди, которые едут на экскурсию, они находятся в комфортной зоне. Все корабли идут по одному и тому же маршруту. Да? Как я уже говорила, это Луксор, Асуан, Камомба, Эдфу. Из Луксора до Асуана маршрут 5 дней, 4 ночи. Первую ночь корабль стоит в Луксоре. На следующий день корабль отплывает в сторону Асуана. Из Асуана в Луксор 4 дня, 3 ночи. Первую ночь корабль стоит в Асуане. Гости заселяются либо вечером, либо рано утром на корабль. Ну, разные бывают ситуации у людей. Поэтому корабль отправляется, как правило, в 2 часа дня на следующий день из Асуана. Экскурсионная программа всегда с русскоговорящим гидом-египтологом. Предлагается у нас пакетом с круизом. До и после круиза трансферы, отели, экскурсии в других городах оплачиваются дополнительно, если это не программа. За каюты на верхней палубе всегда есть доплаты. Есть средняя, есть верхняя палуба. У Vantage тоже предоставлена эта информация. Размещение в программе, которые предоставлены у Vantage, размещение в каютах на корабле на нижней палубе. То есть, если гость хочет среднюю или верхнюю палубу, нужно будет доплатить совсем небольшие деньги. Так, есть обязательные портовые сервисные сборы, или они заранее включены в стоимость тура? Валентина, нет, портовых и сервисных сборов нет, есть только чаевые $40 на человека. И ни в какие они стоимости тура не включены. То есть, в принципе, на сегодняшний день портовых сервисных сборов нет. Можно ли доплатить на месте при заселении за каюту на верхней палубе? Да, они могут заплатить за каюту при заселении, но если есть наличие верхней палубы. Так, если бортовая карта, аналог как на морских лайнерах, вносится ли депозит при заселении, если да, в каком размере? Нет, никакого депозита не берется при заселении на корабле, бортовой карты
тоже нет. Соответственно, сколько турист наел, напил, извините, ему предоставляется, записывается это, как правило, на каюту. При выселении с корабля он оплачивает свои расходы. Так, сколько чаевые на корабле на Новый год? Именно на Дахабе $150. На обычном корабле под обычные программы $40 на человека. Так, далее, значит, вот теперь давайте перейдем, наверное, к основному. Это маршрут с круизом. Я хотела бы обратить именно ваше внимание на то, что, чтобы вы представляли вообще, да, что такое вот, ну, то есть, когда мы видим там Хургады и Шарм, это, я не знаю, одна какая-то небольшая часть Египта. Наши с вами гости, или вы во время рекламного тура приезжаете, прилетаете в Каир. Как правило, программа у нас начинается или из Каира, или из Хургады. Но я сейчас буду рассказывать про программу «Жасмин». И на базе вот этой фотографии маршрут хочу вам рассказать, показать, чтобы потом было уже четкое представление. Значит, гости прилетают в Каир регулярным рейсом. Их встречает гид и отвозит их в отель. Так как они прилетают, все маршруты, вернее, все перелеты на сегодняшний день компании, по-моему, Аэрофлот, прилетаем в 15:15 по времени. К сожалению, все достопримечательности в Египте работают до 5 часов. Поэтому в этот день такие, как музеи или там, на пирамиды, гость попасть не может, но за дополнительные деньги он может поехать на вечернее шоу, если оно предоставляется в этот день, лазерное световое музыкальное на пирамидах, или есть еще прогулка по Нилу на корабле с ужином и с Oriental Show. Вот это две вечерние экскурсии, которые могут посетить гости. Но это уже дополнительная опция, которую вы можете продавать и, соответственно, доставлять удовольствие вашим туристам. Ночью он переночевал в Каире, рано утром он едет, его гид забирает из отеля с вещами, и они едут у нас на экскурсию Египетский национальный музей и пирамиды. Далее они переезжают в аэропорт Каира и перелетают из Каира в Асуан. Вот мы с вами видим, да, что мы с севера на самый юг перелетаем. Вот он, Асуан, внизу у нас. Далее у нас маршрут из Асуана до Луксора 4 дня 3 ночи с остановками в Камомба, Ветфо и в Луксоре. Заселение на корабль с 12 часов дня. Выселение с корабля до 9 часов утра. Поэтому рано утром туристы последний день завтракают и отправляются на экскурсию вместе уже с вещами. Далее они переезжают после экскурсии этим же транспортом 3,5 часа в Хургаду на море. И там они находятся еще 3 ночи. И таким образом программа, это будет, сейчас она дальше, с описанием по дням, я по ней тоже пройдусь, просто чтобы было представление. Также есть программы, которые в программе, например, Хатшепсут включена у нас Александрия, где туристы прилетели в Каир, и они, вы видите, да, самый север Александрии. Вот здесь есть у нас, кстати, очень приятное видео, я сейчас его тоже включу. Это именно Александрия, я хочу, чтобы немножко представление было, да, что это прекрасный, красивый портовый город на Средиземном море. Ну, купаться, понятно, также период только с мая по сентябрь, потому что уже вот там, ну, как по сентябрь, наверное, здесь, я бы сказала, до конца октября они могут спокойно купаться, потому что вот в прошлом году мы делали рекламный тур с Александрией, и 26 октября у нас наше агентство купались в Средиземном море. Так, сейчас, ой, выскочила куда-то. Так, что касается, значит, дополнительных отличительные особенности продажи круизов. Ну, во-первых, туристы ваши могут ознакомиться, как я уже говорила, с достопримечательностями Древнего Египта. При этом, когда они покупают
экскурсионный продукт, такой как круиз по Нилу, им не нужно приобретать там отдельно отели, да, то есть вот многие приезжают в Луксор на одну ночь, чтобы посмотреть хотя бы что-то в Луксоре, они едут для этого специально из Хургады. А здесь уже у OneTouch есть программа, называется она Нефертити, где гости у нас 4 ночи живут в Хургаде и 3 ночи в круизе, где они видят абсолютно все достопримечательности по маршруту. Также есть возможность дополнить программу до и после круиза или до, скажем, гости могут прилететь в Каир на 4 дня, потом переехать в круиз, после круиза уехать, улететь в Шарм-эль-Шейх, но уже в Шарм-эль-Шейх они будут улетать через Каир, потому что прямого перелета из Луксора в Шарм-эль-Шейх или из Асуана в Шарм-эль-Шейх нет, только через Каир. Также круизы, но это в первую очередь, да, наверное, что это экскурсионный, действительно насыщенный программой тур, поэтому важно его не перегружать, это я уже тоже говорила, можно его комбинировать с Каиром, с Александрией, с Хургадой, с Шарм-эль-Шейхом, и здесь вот важный момент, что все достопримечательности в Египте открыты до 16:30, до 17. Так, сколько, так, у вас чартеры в Хургаду, у нас в стоимость программы, вот, я не знаю, как в OneTouch сейчас, может быть, Иван, если к нам подключится в конце, мы ему зададим этот вопрос. Вообще, насколько я знаю, туроператор продает продукт, классический тур, и к нему дополнительно покупается авиабилет. То есть у вас есть возможность купить авиабилет регулярным рейсом, как до Хургады, так и до Каира. Будут ли рекламные туры? Конечно, будут. У нас запланировано несколько рекламных туров с середины мая до конца, до середины сентября, скажем так. С середины мая до середины сентября у нас будет цикл рекламных туров, которые мы будем делать совместно с туроператором. Так, далее у нас, значит, ну, как формируется круиз, да, и какие возможные дополнительные услуги, сразу тоже хочу озвучить их. Дополнительные сервисы в Каире – это такие, как VIP Fast Track, это где сопровождается гость ваш от самолета, его встречают, его провожают в лаунж, в лаунже он сидит, отдыхает, у него забирают документы, проставляют ему, вклеивают визу в паспорт, привозят ему багаж и провожают его на трансфер. Есть обычный Fast Track, где его встретили, сопровождают без очереди паспортный контроль, но все равно он как бы покупают для него эту египетскую визу, вклеивают в паспорт, и далее он без очереди. Ожидание багажа, безусловно, все равно в обычном фаст-треке есть, но, тем не менее, он проходит все быстро-быстро и сразу в машине. Так, и, значит, как можно добраться из Каира в Луксор или Асуан? Ну, во-первых, у нас программа практически все включает в себя внутренние перелеты из Луксора в Асуан самолетом. Это от 1 часа до 1:20. Также можно добраться машиной или поездом. Но поезда, скажем так, оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, есть туристы, которых не беспокоит то, что это обычный стандартный туристический поезд. Также рекомендуется туристам взять одну или две ночи в Луксоре или Асуане. Это в том случае, если туристы хотят дополнительно посетить еще какие-то экскурсионные места. Здесь мы уже говорим именно об индивидуальных сейчас с вами турах, не о групповых, которые уже рассчитаны. Но, безусловно, надо понимать, многие, знаете, видят программу, например, у OneTouch, рассчитана она невысокая цена, а после этого, когда нам присылают запросы, мы делаем расчет, потом нам говорят, ой, что-то дорого. Ну, когда в программе, что такое групповая программа, да, мы с вами все работаем в туризме много лет и понимаем, что когда группа, когда есть на группу, группы у нас небольшие, как правило, это до 20, максимум 22 человека. У нас это один гид, это один автобус, это в одном месте люди кушают, в одно время они выезжают, заезжают. Это групповая программа, естественно, она будет стоить ниже, чем индивидуальные программы, потому что индивидуальные – это индивидуальные трансферы, это индивидуальный гид, это дополнительные купленные входные билеты, пожелания клиента и так далее, и так далее. Так, и, естественно, от этого стоимость уже меняется. Ну и, безусловно, мы, когда делаем индивидуальный расчет, стоимость круиза, самого проживания в круизе, это тоже выше, чем заложено в групповой программе. Так, возможно, начать или закончить программу в Хургаде, да, но в этом случае круиз должен начинаться или заканчиваться в Луксоре в любом случае, поэтому просто это вам для информации.
Время трансфера на машине из Луксора в Хургаду, в принципе, 3,5 часа. Но мы не любим обманывать, да, то есть я хочу честно говорить о том, что добираемся мы где-то порядка 4,5 часов по той простой причине, что для туристов мы делаем, как правило, 2 или 3 остановки во время пути. Кому-то в туалет, кому-то покурить, кому-то кофе попить и так далее. Так, за какой срок рекомендована продажа, какая глубина и доступность по датам? На сегодняшний день у нас глубина продаж до уже сейчас ноября 2024 года. Ближайшие даты, вот скажем так, у нас на 30 октября у нас закрыты продажи, на первые числа ноября у нас тоже уже закрыты продажи. То есть понедельник ноября и конец октября уже нет кают, но это наших блочных кают, да, под запрос можно какие-то корабли попробовать еще поискать. Ну, всех, наверное, сейчас еще интересует такой момент, что, ну, мне бы не хотелось затрагивать политику, но все-таки я хочу сказать о том, что многие говорят, что в связи с тем, что в Израиле идет война, людей начинается паника, они боятся. Ребят, ну мы с вами живем все вот в России, на сегодняшний день на Украине идут военные действия. На нас это с вами как-то отражается, мы чувствуем это, особенно те, кто проживает там в Москве, я не знаю, в Санкт-Петербурге. Вот я сейчас недавно делала турне по России, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. Могу вам точно сказать, что ни в одном из этих городов я не почувствовала того, что идет в Украине. Здесь абсолютно то же самое, где Израиль, где Египет. Особенно та часть, которую мы с вами предлагаем, продаем, это Каир, это Асуан, Луксор, ну, это очень далеко, это, как это можно сказать, 39-е государство, да, поэтому можете спокойно объяснять вашим туристам, что нет никаких проблем. На сегодняшний день могу сказать статистику, что у нас ну, из 100% 1% аннуляции именно по причине у кого-то что-то произошло, именно там заболевание. А так, чтобы кто-то сейчас аннулировался из-за того, что происходит в Израиле, таких моментов нет. Так, уточните, пожалуйста, время проведения экскурсии в Абу-Симбел и храм Нефертари во время экскурсии Асуан-Луксор. Спасибо за вопрос. Я обязательно сейчас вам далее все расскажу. Так, какие условия оплаты? Валентина, хочу поподробнее ваш вопрос, если можно, напишите условия оплаты, почему. Так, далее, что касается следующего, значит, ну вот здесь у нас с вами как раз-таки готовая программа уже есть, это программа «Жасмин», как я уже говорила, это одна ночь в Каире, 3 ночи в круизе по Нилу, 3 ночи в Хургаде. Полный экскурсионный день в Каире с Египетским национальным музеем и пирамидой Гизы с посещением Сфинкса и круизный пакет «Осмотр достопримечательностей». Это имеется в виду как раз-таки маршрут от Асуана до Луксора, все экскурсионные достопримечательности. Стоимость программы включает в себя встречи и помощь во время прибытия и отъездов, то есть все трансферы в сопровождении русскоговорящего гида на протяжении всей программы. Переезды все в комфортабельных туристических автобусах, если это небольшая группа, то это Toyota Hiace, все уже, да, мне, минивэн. Включены 2 авиабилета на внутренние рейсы из Каира в Асуан, из Хургада в Каир, 1 ночь в отеле на завтраке в Каире, 3 ночи на корабле на питание полный пансион и 3 ночи в отеле Хургаде 4-5 звезд на питание все включено. Полный день в Каире с музеями, Египетский национальный музей, экскурсия полные пирамиды и сфинкс и осмотр достопримечательностей, как ранее я уже озвучивала. Здесь стоимость у нас она, в Антач вы можете более точную проверить, потому что это, насколько я знаю, старая цена здесь указана, потому что мы выступали уже с этим маршрутом. С 1 декабря у нас перерасчет полностью будет в связи с уже с третьим повышением стоимости на входные билеты. Но, значит, новогодние даты, могу точно сказать, что одна из наших фишек компании, что мы со всеми туроператорами работаем и предоставляем им на круглый год стоимость абсолютно одинаковую, за исключением новогодних дат. Только в новогодние даты у нас есть доплата. Что касается
всех остальных периодов, майские праздники, Пасха и так далее. То есть это огромный плюс для вас, для продаж. Не знаю, может быть, потом мы поменяем свою политику, встретимся, обсудим эти вопросы с руководством туроператоров и будем принимать решение, есть ли смысл поднимать цены на эти праздничные дни, потому что в России достаточно много праздников, туристы едут, ну, чтобы, соответственно, возможность была и у вас тоже заработать больше. Так, значит... Список базовых 4, 5, какие условия оплаты круиза, сколько минимальная предоплата. Ну вот, Валентин, я поняла сейчас ваш вопрос. Здесь зависит от того, у кого вы бронируете этот продукт, да, соответственно, у Вантач есть условия по оплате. Это вы должны не у меня, не мне задавать эти вопросы, а именно Вантач. Тогда, наверное, здесь этот вопрос адресован Вантач. Так, как узнать отель в Хургаде? Да, у нас есть базовый список отелей в Хургаде, и сейчас я о нем расскажу тоже. Так, ну вот давайте посмотрим описание программы. Значит, день первый, да, как мы изначально говорили, прибытие в аэропорт Каира, встретили, трансфер в отель Каира на питание, завтраки, ночь в отеле, далее трансфер... Так, далее трансфер, здесь ошибка у меня, пардон, это я вот не исправила. Там далее трансфер на корабль категории 5 звезд, это должно быть на следующей страничке, я не перенесла, видимо, или у меня слетело это. Так, ну мы с вами видим вот здесь жизнерадостные лица, я думаю, что кто-то, может быть, себя здесь даже узнает. Так, что касается каирского отеля. Значит, в Каире у нас размещение в отелях категории 4 звезды, которые расположены возле пирамид. А вот вы видите, что здесь у нас все видовые номера с видом на пирамиды. И есть двухместные, есть трехместные также номера. Здесь вы видите с одной большой кроватью, на нижней фотографии с двумя раздельными кроватями, достойный санузел. Внутри на территории самого отеля, как музей, отель называется New Regency Pyramids, также у нас есть размещение в Cairo Pyramids, прошу не путать со Штайгенбергером, потому что Штайгенбергер Cairo Pyramids это 5 звезд, рядом с ним, ему же на этой же территории принадлежит Cairo Pyramids, отель 4 звезды, тоже он такой как резорт с бассейном, неплохой, но я бы, наверное, отдала больше предпочтения отелю Парк Пирамидс, в котором мы тоже стараемся размещать наших гостей. Он тоже резорт, тоже расположен рядом с пирамидами. Почему размещение в Каире рядом с пирамидами? Потому что утром мы забираем ваших гостей из этого отеля, и он в доступности от пирамид всего в 10 минутах езды, что дает возможность людям после перелета, во-первых, отдохнуть, не так рано встать, позавтракать и отправиться на пирамиды. После пирамид они уже дальше направляются у нас с вами в Египетский национальный музей. Так, значит, сейчас... Второй день, да, вот мы уже как здесь утром завтрак, посещение пирамиды Гизы со сфинксом, экскурсии в Египетский национальный музей, и далее у них отправление в аэропорт Каира. Встреча и трансфер, встреча в аэропорту Асуана, и время в пути перелета занимает 1 час, далее встретили в аэропорту Асуана, трансфер на корабль он включен, то есть это все, что я вам сейчас озвучиваю, это все включено в стоимость, никаких дополнительных оплат здесь нет, заселяются на корабль, как правило, уже к ужину, ужин на корабле, если приехали время перелета более раннее, успевают еще пообедать, если они прилетели до 3 часов дня, но, как правило, это порядка 5-6 часов вечера. Так, здесь вот как раз вот эта ночь первая, когда мы находимся в Асуане, значит, есть возможность посетить Абу-Симбел из Асуана. Вот тут был вопрос, за сколько... Так, сейчас я... Уточните время проведения групповой экскурсии в Абу-Симбел. Всех в Абу-Симбел с корабля забирают в районе 2:30 ночи. Едут они порядка 2,5-3 часов до Абу-Симбел. И далее сама экскурсия. И потом они также обратно возвращаются на корабль. И присоединяются к группе уже
на продолжение экскурсии по Асуану. Вот здесь, сейчас я попробую увеличить. Так, Луксор, Асуан. Сейчас, а здесь вот Абу-Симбел, он ближайший как бы к Асуану получается. Вот, чтобы понимание было, да, представление, так сказать. Вот вы себе где-то запишите, что единственная возможность поехать в Абу-Симбел – это из Асуана. Далее, значит, день третий. То есть, когда у нас гости, которые вернулись из Абу-Симбела, они присоединяются к экскурсии, которая начинается в 8 часов утра после завтрака посещение Асуанской плотины, храм Фейли. Также по желанию можем организовать нубийскую деревню с купанием. У нас буквально с недавнего времени мы стали делать такую возможность искупаться в Ниле. Вот здесь справа на фотографии, на нижней вы видите, у нас гости купаются в Ниле. Вода прозрачная, чистейшая, прохладная, конечно, по сравнению с морем, да, с египетским. Но многие задают вопрос, а крокодилы есть? Крокодилы есть за дополнительную плату, если нужно, организуем. А так все крокодилы остались за Асуанской плотиной очень-очень давно, благодаря русским, которые в 1968 году построили Асуанскую плотину. И очень много мест в Асуане называется дружбой, именно русским словом дружба. Вот. Все крокодилы остались за Асуанской плотиной, поэтому крокодилов там нет. Так, я сейчас попробую найти. Есть у меня небольшое видео, где гости. Барбачок, радость. Так, наверное, да, пока все. И по круизу. Угу. Так, вот эта фотография нубийской деревни. Я здесь не буду вам раскрывать все наши тайны этой прекрасной, интересной экскурсии, но туристы очень довольны остаются. Также отправление в нубийскую деревню на лодочке. Вот. По тем местам, которые мы до этого видео с вами показывали, по заповеднику, смотрят нубийскую деревню, посещают ботанический сад и их отвозят на специальный остров, где есть хороший чистый песчаный пляж, и они могут искупаться. Там же они могут попить турецкий вкуснейший египетский кофе, отдохнуть, свежевыжатые соки из манго и так далее. Так, далее у нас после самой этой экскурсии, значит, возвращение на корабль в 13:30, обед, и корабль отплывает в Камомба. Далее мы вот справа верхняя фотография, где подсвечивается светом. Но в зимнее время немножко солнце садится раньше, чем, допустим, в летнее, поэтому прибывая в 16 часов, уже солнце начинает садиться. И в Камомбо, когда вы идете на экскурсию, то в зимнее время это уже, может быть, там в районе 17-17:30 уже темно, и подсвечивается храм безумно красиво с легендой о любви. Поэтому тоже возвращаются с этой экскурсии все очень довольные, воодушевленные. Когда солнце в летнее время или весеннее время садится позже, то в 16 часов в это время закат. На закате тоже получаются потрясающие красивые фотографии. Сам храм тоже на фоне заката безумно красив. Так, далее у нас также в Камомбо смотрят еще музей крокодила и возвращаются на корабль. В этот день ужин на корабле и после тематическая вечеринка в стиле Голубея. Вот внизу фотографии вы видите, как Вантач у нас развлекался на вечеринке в стиле Голубея. Так, дальше ночью корабль отплывает в Эдфу. И на следующий день утром, рано утром на каретах вас отвозят в храм Эдфу, в храм Хора. Хор – это бог с головой сокола. Потрясающие, на самом деле, экскурсии. Все в восторге от этих карет с лошадьми. Ну,
даже были моменты, когда мы планировали под большой группой поменять кареты на автобус, чтобы это ускорить, да, так скажем, экскурсию. Но нам руководитель группы сказал, нет, мы поедем только на каретах, потому что это такая аутентичная именно экскурсия, незабываемая, что автобус не совсем здесь будет уместен. Так, и обед, и отдых и ужин на корабле, ночь на корабле, в круизе. Далее у нас появляется этой ночью, третьей ночью, последняя ночь на корабле, которая будет, возможность полетать на воздушном шаре над долиной царей в Луксоре. Начинается она, как правило, с 4 до 5 часов утра. Отправление на Филюки на другую сторону Нила, продолжительность полета вместе с поднятием и спуском 1 час. Корзины рассчитаны, я здесь вот специально указала, потому что знала, что буду сегодня работать со своими коллегами, с агентствами, да, что корзина рассчитана на 10-20 человек, поэтому желательно экскурсию продавать заранее. Что касается индивидуальных, есть у нас такие запросы, молодожены, например, хотят полетать вдвоем, пожалуйста, корзина будет полностью с одним воздушным шаром под этих гостей, которые хотят индивидуально. Кто-то едет своей семьей, их там, или там компанией, их там 10-15 человек, соответственно, тоже можем организовать и это. Далее, после окончания экскурсии, присоединяются в Луксоре. Экскурсия заканчивается где-то порядка 7 часов утра. Возле Колосов их возвращают на автобусе, на минивене до Колосов Мемнона, и наши остальные гости с корабля приезжают как раз в это время на осмотр Колоса Мемнона. И они встречаются таким образом, продолжают экскурсию. В ином случае, те, кто не поехал на воздушных шарах, утром после завтрака в 8 утра они выдвигаются для посещения Луксора, долины царей, храма Хатшепсут, Колоса Мемнона и Карнакский храм. Оканчивается экскурсия в час дня. И далее трансфер на автомобиле в Хургаду, это 270 километров, как я уже озвучила, 4-4,5 часа. И, ну, приезжают они где-то порядка там, 6-7 вечера. Что касается пятого дня, вот, ну, пятый день у нас в программе, четвертый день в круизе, утром, соответственно, гид, так как он все время с ними вечером, он им говорит о том, что они должны подойти рассчитаться на корабле за свои услуги и собрать багаж, чтобы утром багаж в 6 часов утра или в 7 часов утра был выставлен возле своей каюты. То есть далее туристы идут, ну, я просто не знаю, кому какое время нужно позавтракать, да, поэтому я озвучиваю 6 часов утра. Дальше туристы идут завтракать, и после завтрака они выезжают на экскурсию уже с багажом. Багаж уже будет погружен полностью весь в трансфер, в автобус трансферный, и они отправляются на экскурсию. Далее, как уже по программе вы поняли, они едут в Хургаду. Так. Ну, после заселения, там, с 6 по 8 дни заселяются они в отеле, заявленные по ваучерах, да, соответственно, забронированные. Кто-то едет в свои отели, забронировал, кто-то хочет высокий уровень, соответственно, везут его в тот отель. У нас по программе в Хургаде отели на сегодняшний день King Tut и Sphinx, это отель категории сегодня он 5 звезд, это полностью реновированные номера, это хорошая территория, это первая линия. До недавнего времени мы работали с отелем Royal Lagoon, где мне нравятся номера, где мне нравится питание, ресторан, территория, но мне не нравится, что это вторая линия. Так как туда огромное количество иностранных гостей из Румынии и из Польши стало приезжать, мы решили поменять локацию, взяли для себя вот за базу эти два отеля. Что мне нравится здесь? Полностью прекрасное питание, никто не жалуется на питание вообще. Что касается пляжа, пляжной зоны, хороший спуск, там есть и песчаный, и коралловый берег. Территория очень красивая, ухоженная, зеленая. Аквапарк, построенные горки, развлечения на территории отеля, дискотека, бар. То есть все это в одном месте. И огромное удобство в том, что он расположен недалеко от центра Хургады. Знаю, что из вас многие видели этот отель, и он старый отель, который был построен давно, да, но так как его полностью реновировали, он в прекрасном
На сегодняшний день в хорошем, в достойном состоянии, поэтому можете быть спокойны, отправлять туда туристов буквально там на 2-3 ночи, которым нужно солнышко, море отдохнуть. Если туристы у вас, вы знаете, что капризные, востребованные, без проблем, запрашивайте новые, другие отели. Мы работаем с сетью отелей «Альбатрос» по всей Хургаде, в Макаде, в Сомабэе. Пожалуйста, если есть пожелания, всегда можем подтвердить. Так. Как узнать отель в Хургаде? Я уже про это сейчас вам рассказала. Отель Штагенбергер, Эль-Тахрир. Можно ли рекомендовать? Да, отель Штагенбергер, Эль-Тахрир можно рекомендовать. Этот отель находится на берегу реки Нил. Он является деловым отелем, чтобы вы понимали. Бизнес-отель, то есть городского типа. Это не отель для... Ну, если для одной ночи, скажем так, да, по каким-то причинам вас интересует именно размещение в центре и на реке Нил, да, его можно рекомендовать. Неплохой, хороший. Так, мужики боятся зайти в воду, да, точно. Но и тут они уже зашли в воду и вышли, поэтому на экскурсию группу сопровождает охрана или нет. Хороший вопрос. Что касается... полиции. Значит, ситуация на сегодняшний день такая. Распоряжение нашего президента Владимира Владимировича Путина было такое, что любой гражданин Российской Федерации, прибывший на территорию Египта, должен сопровождаться полицией. Или, по крайней мере, должен сделать у себя отметку, что полиция должна сделать у себя отметку, что прибыл такой гражданин. Поэтому нас считают как зайцев, да, по весне, или как там есть выражение такое. Но у нас есть такая возможность, мы не всегда берем с собой полицейских на какие-то маршруты, на дальние, например. Если у нас прилетела группа, и мы должны с этой группой уехать из аэропорта, если с нами представляют полицию, то это полиция на отдельной машине, и мы едем 60 км в час по городу, очень долго, это не очень удобно. Поэтому мы всегда стараемся договориться с полицией, что мы поедем без них. Но на дальнее расстояние всегда в автобус к нам сажают одного из представителей полицейских, который нас сопровождает на протяжении всего маршрута. Это действительно так. И ну, когда у нас 1-2 туриста, безусловно, никто никакого полицейского к ним не предоставляет и нет сопровождения конвоя. Сопровождение конвоя на дальние расстояния, такие как Абу-Симбел, почему выезд из корабля в 2:30? Многие меня спрашивают, а можно в Абу-Симбел поехать индивидуальную экскурсию заказать? Да, конечно, можно. Они просто поедут за автобусом в отдельной машине с гидом. Ну, приедут, может быть, одновременно, но за счет того, что они индивидуально, гид с ними работает индивидуально, и время тратится на них, а не на автобус 20-40 человек, соответственно, они могут получить больше информации, увидеть больше в Абу-Симбеле, чем групповая экскурсия, да, может быть, за это есть смысл платить. А выезд и отправление из Абу-Симбела, так же, как из Хургады в Луксор, или из Луксора в Хургаду, всегда есть... сопровождение конвоя. И важный момент, если гости ваши прилетели, например, скажем, в Хургаду рано и говорят, мы сегодня готовы поехать сразу в Асуан. К сожалению, после 6 часов вечера и до 6, то есть в период с 6 часов вечера до 6 часов утра ни один автобус из Хургады не выезжает. Приезжают после 6 вечера, но не выезжают. Соответственно, выезд всегда с 6 часов утра из Хургады. Так, стоимость полета на воздушных шарах. На воздушных шарах стоимость полета повысилась с прошлого месяца. Вся информация есть у Вантач, пожалуйста, смотрите. То есть чаевые оплачиваются перед выездом на корабле. Нет, чаевые оплачиваются перед въездом на корабль. Когда вот вы заселяетесь на корабль, оплачиваете чаевые гиду, для того, чтобы он решал все ваши вопросы. Так, можно включить в путевку, если у вас, например, гости не хотят брать с собой наличные деньги, ну, ситуации могут быть разные, или кто-то не хочет покупать доллары или не имеет такой возможности, чаевые можно оплатить, попросить включить в счет, да, заранее. Так, альбатросы лучше. Альбатросы лучше, ну, альбатросы альбатросу рознь тоже, поэтому всегда есть что-то лучшее. Каким образом организован трансфер отель-аэропорт в Хургаде в день выезда? Спасибо.
под маршрут, под вылет туристов. Последний день, если вылет наших с вами туристов из Каира, вот они прилетели в первый день в Каир, да, соответственно, из Каира они же улетают, у нас внутренний рейс в Каир, 1 час полета, транзит обратно домой. То есть выезд из отеля под этот рейс из Хургады в Каир и организовывается трансфер. Юлия, если я правильно ответила, поняла ваш вопрос, то я, наверное, ответила на него уже, так? Далее. Значит, есть, ну, еще так, чуть-чуть пройдемся. Программа Хатшепсут. Это 3 ночи в Каире, 4 ночи в круизе. Но здесь не совсем правильно я написала. Здесь должно быть наоборот. 4 ночи в Каире, 3 ночи в круизе. Все абсолютно то же самое. Сопровождение русскоговорящим гидом. Внутренние авиабилеты по 2 направлениям из Каира в Асуан и обратно из Луксора в Каир. В программу входит вся экскурсионная программа и посещение в Каире египетского музея пирамиды Сфинкса, и в Александрии у нас включена здесь в программу Хатшепсут посещение Александрии с катакомбами Кумаль-Шукафа, колонны Помпеи, прошу прощения, и цитадель Кейт. Возможно, дополнительные экскурсии взять уже в Александрии, если они захотят еще что-то посмотреть. Обеды на пирамидах, когда в Каире и в Александрии, не включены в стоимость, они за дополнительную плату. Обычно в туристическом ресторане стоимость обедов от 15 до 25 долларов на взрослого. Дети до 12 лет, там скидки. Это тоже у Вантача вы все можете увидеть. Можно ли прилететь на регулярном рейсе в Каир, а улететь на чартере из Хургады? Да, отлично, можно, конечно. Мы здесь вообще никого не ограничиваем. Тогда программа, та, которая программа у нас с вами с Хургадой, она будет пересчитана. Программа «Жасмин» будет вычитаться, там небольшая стоимость за внутренний перелет из Каира из Хургады в Каир. Так, и есть программа Нефертити, самая простая, самая недорогая, которую вы можете наполнить дополнительными экскурсиями, продать Абу-Симбел, воздушные шары, нубийскую деревню, из Луксора храм Дендеры. Также это 7 ночей, из которых 4 ночи в Хургаде, 3 ночи в круизе. Гости прилетают в Хургаду, ночуют, утром их забирают, они едут в Асуан. Из Асуана они плывут на корабле 4 дня, 3 ночи до Луксора. На четвертый день из Луксора они транспортом переезжают обратно в Хургаду и отдыхают еще 3 ночи в Хургаде. Соответственно, 3 ночи на питание все включено, и в круизе у них фуллборд. Так, можно ли попросить ваш совет у туристов авиа из РФ в Шарм и обратно? Как можно их отправить в круиз? Спасибо. Ну вот у нас сейчас в связи с отменой круизов по Красному морю с компанией МСЧ, я думаю, что вы знаете, туристов сейчас стараются чем-то им, скажем так, заменить этот продукт. И одним из этих замен всегда предлагают наш круиз по Нилу с Шармом или с Хургадой. Из Шарм-аль-Шейха туриста мы можем перелететь, чтобы он перелетел в Каир, побыл 1 ночь в Каире. И далее он из Каира также перелетает в Асуан, из Асуана в Луксор, из Луксора возвращается в Каир. Из Каира возвращается в ваш Шарм еще на 2-3 ночи. То есть вы просто посмотрите, как у вас программа сформирована и насколько гость хочет побыть в Шарме по времени. Можно ли прилететь на регулярном рейсе в Каир, а улететь на чартере из Хургады? По-моему, нет, только на регулярке, разве нет? А, вы имели в виду именно про чартер, можно ли сесть? Вы знаете, ну, вообще, в принципе, прилетаешь, если регулярным рейсом, улетаешь тоже регулярным рейсом, да. И если прилетел чартером, то улетаешь чартером. Вот. Но люди как-то умудряются договариваться в аэропорту. Я, например, летаю, если только вот прилетела чартерным рейсом, да, а улетаю регуляркой. А если я прилетела регулярным, то я обратно тоже покупаю себе регулярный рейс. Так, именно с этим связан вопрос, то есть можно ли прилететь на регулярке и улететь обратно на чартере. Из Хургады тоже регулярка есть. Так, отлично, спасибо, Вячеслав. Дальше, ну, осталось у нас буквально там пару каких-то вопросов, и если
Надь, вы меня слышите? Иван занят или он подключится к нам, нет? Да-да, я здесь. Очень вообще интересно, и столько всего, я заслушалась вообще. Спасибо. Иван к нам подключится или мне самой разыгрывать призы? А вы хотите задать вопрос или как, какой у вас план? Я не в курсе была. Ну, я думаю, что сейчас с Иваном вместе зададим несколько вопросов, да, чтобы выбрать из участников те, которые с нами, какого-то призера, вот, или это сделаем уже потом закулисно, я просто хотела с Иваном пообщаться как раз, он подключится или... Угу. И мы все посмотрели файлы или нет? Этот посмотрели. А насколько я знаю, все. А, нет, мы еще знаете, что с вами не посмотрели, но пока вы там сейчас с Иваном будете... договариваться, подключать его. Так, я просто сейчас уберу. Даже можно убрать, да? Ну вот еще по воздушным шарам тогда я покажу. Так, ну это реальные видео, да, я люблю показывать именно реальные вещи, потому что в последнее время все говорят, пришлите из Ютуба, но из Ютуба все видят, да, то есть мы же с вами не единственные, кто видит Ютуб, может зайти и посмотреть. Вот, а здесь такой наглядный уже, люди реальные в реальном воздушном шаре поднимаются наверх. Так, итог, а дети с какого возраста? Упустила. Дети с любого возраста, до 3 лет дети бесплатно, с 3 до 12 лет 50% скидка при размещении с родителями в одной каюте и в номере. Если мы говорим о двух ребенках, которые едут с родителями, то это предоставляется и бронируется две каюты. Потому что в одной каюте мы уже с вами в самом начале определили то, что могут размещаться только три человека. Итак, какую программу в итоге забронировать, чтобы была максимально насыщенная? Чтобы не была максимально насыщенной или чтобы была максимально... Они все максимально насыщенные, и Нефертити, и Хатшепсут, и, господи, и Жасмин, и Великий Рамзес. Великий Рамзес, там программа у нас, по-моему, рассчитана на 10 ночей, поэтому вы можете абсолютно быть уверены, что туристам носит только дополнительно что-то продавать. Да, соответственно, потому что они, ну, едут в такое дальнее, скажем, направление специально и не увидеть, допустим, там Абу-Симбел или не посмотреть, или не полетать на воздушном шаре. Не, ну, есть люди, которые боятся высоты, конечно, как тут их уговаривать. На здоровье, так, пожалуйста, обращайтесь, если какие-то вопросы. Насколько профессиональный гид сопровождает туристов? Знание языка, истории страны. Спасибо, Наташа, за вопрос. Дело в том, что в Египте, так же, как и в России, могут работать только аккредитованные резиденты страны. Без аккредитации никто там не работает. Все русскоговорящие гиды – это арабы, египтяне, которые говорят на русском языке. Мы стараемся... У нас штат гидов очень большой, до 40 человек, поэтому все они разговаривают на русском. Ну, это не ломанный русский, да, где посмотрите налево, посмотрите направо, и на этом все. Нет, то есть это именно историки, именно египтологи. Но, опять же, я могу сказать, что люди все разные. Кому-то гид нравится один, кому-то гид, этот гид не нравится. Поэтому здесь на всех не угодишь. Но что касается с нашей стороны предоставления гидов, это гиды-историки русскоговорящие. Так. Историк на русском. Паспорта забирают у туристов. Нет, паспорта не забирают у туристов на корабле. В первый день делается фотография, и паспорт возвращается вместе с карточкой для заселения в каюту. Так, ну вроде бы все вопросы. Как поставить лайки к картинке с шедеврами из полотенец? Но я приняла, вошла. Я не слышу, Надь, вас. Надь, мы вас не слышим. Лайк можно поставить, там смайлик есть внизу чата, можно нажать и там выбрать сердечко на самом деле. Мне кажется, их, да, постоянно.
Это, вы знаете, я недавно была на онлайн-семинаре для агентств, не вспомню, город Владивосток или Екатеринбург, и вот одна из наших коллег подняла такой вопрос. Что это вообще за практика такая? В каютах мы приходим, а они вот используют наши вещи, делают из полотенец вот такие вот фигуры, и вот и пользуют наши очки, наши шапки. Это же безобразие. Ну, у меня на самом деле это внутри меня вызвало смех, да, потому что, ну, когда так реагируют наши коллеги на такие вещи, всегда очень смешно. Но у меня есть прекрасный ответ на этот вопрос, что круиз – это практически индивидуальный отдых для туриста. И если вашему туристу некомфортно что-то, я еще раз говорю, с ними есть русскоговорящий гид, и, в принципе, на корабле абсолютно любой понимает все, что хочет гость. И если они не хотят такие фигурки, нужно просто сказать о том, что, пожалуйста, не надо нам из полотенец делать фигурки, и все. А так, в основном, все всегда в таком восхищении обмениваются этими фотографиями, соревнуются у кого, что лучше, какую лучше всех сделали фигуру. Вот, так, 7 уже новых каких-то вопросов. На какую почту отправить запрос? Описали же выше, там Надежда вам отвечала. Да-да-да, ответила. Все запросы по материалам, презентациям на адрес агентского отдела agency@vantage.travel. Еще раз внизу продублировала. Да, Вика здесь спрашивает. Видео с кораблей для контента есть? Ну, конечно, у нас есть видео, но это личные видео, поэтому те видео, которые, допустим, для работы, они есть у Vantage. А так у нас агентство приезжает в рекламный тур для контента, делают свои видео. Может быть, вам мое видео для контента не подойдет. Так, если не покупать экскурсию, можно ли свободно выходить с корабля в городах, где остановки? Конечно, можно. Но момент такой. Тут недавно был тоже забронирован тур из практики, который был приобретен только размещение на корабле, без экскурсионной программы. Дальше туристы поняли, что они хотят увидеть и это, и это, и это. И они начинают, естественно, у гида запрашивать стоимость. Так вот, стоимость сайтинга, которая включена, сайтинг – это осмотр достопримечательностей, перевожу на русский, который включен в программу на сегодняшний день образно там, от $220 на человека, то стоимость экскурсии, когда ваши гости не прикреплены к группе, а индивидуально, то стоимость на человека $100 одной экскурсии в одном городе. Поэтому имейте это в виду, что чтобы посетить храм индивидуально и под вашего, ну, допустим, в Камумбу они сами могут выйти, пойти отстоять очередь, купить билет, зайти на территорию. Не на всех, к сожалению, точках достопримечательности дают наушники, где есть русскоговорящий гид, это только в Египетском национальном музее в Каире, а в остальных местах по круизу таких наушников не дают, поэтому они покупают билет, заходят на территорию, просто смотрят храм, не зная, не получая информации или легенды, истории этого храма, и, естественно, они требуются в гиде, когда запрашивают гида, уже это дополнительные деньги. Поэтому вот мой вам совет, если вы продаете... Есть люди, которые были, например, уже, да, здесь я могу понять, они были в этом круизе, они видели все эти достопримечательности, но едут именно второй раз, потому что это действительно достойное, красивое, приятное место. И, опять же, вот, ну, из личного опыта в мае месяце прошлого года, когда с нами была недельная группа, корпоратив, так получилось, что моя мама была с нами. Но на корабль, там, где у нас проводилось мероприятие, я ее заселить не могла. И она у меня 8 дней, 7 ночей плыла на соседнем корабле с иностранцами, без русскоговорящего гида, где мы с ней пересекались только в точках, когда останавливались. Так вот, она говорит, даже без экскурсии, не имея языка, чтобы вы понимали, да, иностранного, то есть с ней общались, и она всех понимала, ее все понимали, на корабле были туристы, только иностранцы. Так, на какую почту отправить запрос? Туры замечательные. Зуева, Лалочка, здравствуйте. Да, я рада вашему присутствию на нашем вебинаре. Это
одно из агентств, которое есть в Лос-Анджелесе, надо ехать. Гонки на бричках в Эдфо. А, да, Наташа, это точно. Что касается карет в Эдфо. Так, ну что, у меня, наверное, это... Тогда мы с Иваном, Иван не будет, полкаюты. Он на встрече, поэтому, Ирина, мы с вами будем вдвоем. Ага, не будет. Да. Отлично, хорошо, спасибо, значит, что сказали, что мы его больше не ждем. Да. Я хочу тогда, наверное, поблагодарить каждого из вас. Надь, вам спасибо огромное за организацию этого мероприятия, то, что вы пригласили меня рассказать, еще раз донести информацию. Я вас призываю продавать круизы, понимаете, внимание, на новогодние даты не только до Хаби, но и обычные круизы, потому что люди у вас будут, ну, реально в восторге от того, что... Это не, понимаете, это не пьянка в Шарм-аль-Шейхе в отеле или в Хургаде в отеле, да, в новогоднюю ночь, а именно прекрасное, приятное впечатление, которое они не забудут всю свою оставшуюся жизнь. То есть вся жизнь наша создается из впечатлений и моментов, и вспоминаем мы всегда приятные моменты, поэтому это будет 100% один из лучших моментов в жизни. Так, от меня звук пропадать стал. Да, так, да, со звук. Это у меня, наверное, со звук. Ну, у меня звук пропадает, потому что я в области нахожусь, в московской, да. Здесь, к сожалению, так же, как на реке Нил, иногда связь пропадает. Так, пожелания. Меня не слышно? Сейчас нет, не было звука. А сейчас слышно? Сейчас, да. Он с задержкой как будто бы идет. Ну, может быть, да, немножко. Ага. Я спросила, есть ли у вас какие-то еще ко мне вопросы, или можем уже заканчивать? Коллеги, хочу тоже сказать большое спасибо за такое активное участие. Мне кажется, это один из самых популярных вебинаров у нас вот за последнее время, такой активного общения, коммуникации и вопросов. Ну, конечно, огромное спасибо Ирине, да, за информацию, потому что сейчас как раз сезон, большой спрос, поэтому всем нужно и освежить, и, может быть, даже что-то новое узнать по направлению. Коллеги, запись вебинара обязательно будет, да, обычно такой вопрос всегда возникает. Запись вебинара будет выложена в наших социальных сетях, это Рутюбе и Ютюбе. Кому будет нужна запись, вдруг вы не сможете ее найти, также пишите на адрес агентского отдела, скинем ссылочку, ну, там, например, через день, да, завтра, наверное, уже будет готово. Кому нужны материалы, то же самое, присылайте запрос, поделимся всем с радостью. Все, ушел лайк. Да. Все, огонь. Заканчиваем огнем. Все, тогда я отключаюсь. Еще раз благодарю всех, да, и ждем вас и в рекламных турах, и ждем ваших гостей, туристов. Продавайте. Не бойтесь ничего, только вперед. Все, спасибо большое. Все, такой позитивной ноте с вами прощаемся. До свидания, всем до свидания. Спасибо.